Добро пожаловать на канал Hardrest Info. Перед нами удивительный телефон. Телефон практически раритет. Это Samsung Galaxy A20e. Сейчас я покажу, как на этом устройстве очистить историю просмотров в браузере. Для этого открываем браузер. Открываем нужное нам место. Вообще любой, то есть вообще абсолютно любой сайт, который вы посещаете в браузере, понятное дело, что он остается в истории. Как же эту историю очистить? В браузер нажимаем на три точки, нажимаем «История» и нажимаем на крестик возле нужного нам пункта, который мы хотим удалить. Либо же можем, чтобы удалить все сразу, нажимаем ту же «Историю», нажимаем «Очистить историю», выбираем «За сколько времени» и нажимаем «Удалить данные». Вот и все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до скорых встреч. До свидания.